против негодяев. То есть конкретных лиц, повинных в уничтожении Конституции, уничтожении выборов, в установлении цензуры, да, уничтожении федерализма, местного самоуправления и так далее, и так далее. Список этих лиц, как хотите его называйте, вот списком присутствующих там или списком Немцова, как угодно. Вот список этих лиц должен начаться с фамилии Путин. Надо ввести санкции против негодяев. Который отобрал у нас с вами наши с вами права. Который растоптал российскую конституцию. Он ее растоптал. Он не дает нам права избрать даже своего мэра. Он не дает права нам нормальным образом обсудить, а как его дружки заработали миллиарды долларов, когда он пахал как раб на галерах. А я напомню, кто конкретно заработал. Ковальчук, знаете такой? Распилил «Газпром» и вытащил оттуда 60 миллиардов долларов США. Его друзья под дзюдо, братья Ротенберги, запомните эти фамилии. Они его дзюдо учили. Сейчас они крупнейшие поставщики труб для «Газпрома» и долларовые миллиардеры. Его дружок Тимченко, который керосином торговал еще 10 лет назад в Питере, сейчас эмигрировал на Запад, живет в Женеве, гражданин Финляндии, контролирует 40% экспорта российской нефти, долларовый миллиардер. Я поздравляю вас с Днем Конституции. Да, это действительно наш день. У нас хорошая конституция. Она у нас не хуже французской. Она у нас не хуже, а может даже лучше американской. Только тех, кто растоптал ее, мы должны отправить на свалку истории. Это ключевой вопрос. И главный архитектор вот всего этого безобразия, всей этой воровской вертикали, всего этого мафиозного государства имеет вполне конкретное имя, отчество и фамилия. Его зовут Путин Владимир Владимирович. Больше 100 тысяч человек, ни одной потасовки, все с ясными трезвыми лицами, все энергичные, все честные, все яркие, все с горящими глазами. Почему это раз не успех, это грандиозный успех. Почему белый цвет? Потому что цвет свободы и чистоты, только чего. Больше ничего. Вот, у Путина почему-то этот цвет ассоциируется с презервативами 80-го года. Видимо, с тех пор он этим не занимался. Должен вам сказать, что есть и другие цвета у этих изделий. Видимо, более того, белый цвет довольно редкий. Ну, это известно. Вы верите в то, что реально изменить систему политическую? Я верю в мирный протест. Я верю в мирный массовый протест. Я против кровавых революций. Я считаю, что нам это абсолютно не надо. Мы ругаемся, в том числе, по этому поводу. Я против того, чтобы идти брать штурмом там Кремль и так далее. Я считаю, что только мирный протест массовый может изменить ситуацию спокойно, без крови. Я знаю, что они циничны, я знаю, что они сволочи. Я знаю, что план Путина контролирует 140 миллиардов долларов. Я знаю, что просто так он власть отдавать не будет. Но я знаю, как они нас боятся. Они нас боятся как огня. Просто как огня. Сознательная такая политика. Политика такая, никого не пущу. Ни на выборах никого не пущу, ни в страну никуда никого не пущу. Это вот, это кредо, понимаете? Его волнует только личная власть. Вот он цепляется когтями, зубами, любой ценой, и исковеркал в итоге вот всю эту экономическую систему. Это нет, не кредо. Послушайте, любой монополист, неважно, в политике, вот он захватил Кремль и никому не дам до смерти, пока не подохну, либо окончательно, народ не поймет, что я параноик, сошел с ума, лежу в психбольнице. Мне кругом мерещатся шпионы, там агенты, диверсанты и так далее и тому подобное. Мне уже колят пантопон и морфий, чтобы я только успокоился, но все равно власть я не отдам. Да? Вот. То же самое в экономике. Возможно ли какие-то настройки, да, в существующей системе? Да? То есть, допустим, нет. Воздействие туда, воздействие... Нет, невозможно? Нет. Есть хорошая такая пословица: горбатого могила исправят. Но вы демонизируете. Нет, я не демонизирую. Я считаю, что когда человек 60 лет, и он уже себя показал во всей красе, я уже сказал, в чем эта краса. В экономике это монополизация и раздача кусков своим дружкам из кооператива «Озеро». В политике это несменяемость власти. В международной политике это ненависть ко всему живому, что с собой не согласна. И поиск врагов во внутренней политике. Да? Вот, собственно, кто он такой.
он угроза стране. Дело не в расцвете, а дело... У тебя же другой вопрос. У тебя вопрос такой. Возможно ли рихтовка, тюнинг и политика малых дел, улучшающая ситуацию в стране? Да, я отвечаю, нет. Об одном человеке, но даже сам... Это система. Это система. Но проблема в том, что... Я согласен, что это не один человек. Это целая свора алчных людей, циничных, которые наживаются, вот, и которые очень заинтересованы в сохранении этого во многом номинального человека. Просто заинтересованы, потому что если его не будет, их посадят. Просто посадят. За грабеж «Газпрома», там, за грабеж бюджетов, за убийство людей и так далее. Просто посадят. Поэтому они за свою шкуру борются, и они его... Сильно напоминает режим Милошевича. Значит, Милошевич имел огромный рейтинг после введения санкций. Рейтинг у него был такой же, как у Путина, где-то 80-85%. Он имел такой рейтинг где-то 2 года. А потом все рухнуло. Я не хочу сказать, что 2 года этот пост будет поддерживать рейтинг Путина. То, что Путин во многом, в том числе и в плане там братоубийственной войны, ведет себя как Милошевич, это очевидно. Кончит ли он в Гааге или нет, вопрос открытый, но вполне, на мой взгляд, реалистичный. Может он. Тысячи лет, больше тысячи лет, наша страна, обладающая огромными ресурсами, образованными людьми, фантастической историей, культурой, наша страна все время отстает. Вам в голову крамольная мысль не приходила, что она отстает из-за рабства бесконечного, которое вы сейчас защищаете? Вы говорите, отстаем. Нам нужна модернизация. Тысячи лет нам нужна модернизация. Может быть, все-таки мы догадаемся, что пока у нас не будет свободный человек, который может зарабатывать, который может критиковать власть, включая, страшно сказать, Путина Владимира Владимировича, который может менять эту власть, если она проворовалась и осточертела. Неужели вам не понятно, что до тех пор, пока у нас не будет независимой прессы, а не ручных телеканалов? Неужели вам не понятно, что пока не будет своих граждан защищать, которые в тюрьмы сажает лукашенковский режим, в том числе и журналистов с первого телеканала. Борис Фим, неужели вам непонятно, что митинги, пока мы не будем помогать своим странам, мы никогда не будем журналист первого канала, никогда не будем. В России отступила. Что произошло? Во-первых, так откровенно, мы мало пролили крови за нашу свободу. Второе, есть столетняя такая традиция самодержавная. Рабская. Рабская, крепостническая, да. Со времен Ивана Грозного 300 лет крепостничества, плюс еще 100 лет коммунизма и революции. Это все откладывается на генетическом уровне, да. Страна рабов, страна господ. Вот. Халуйство. Вспомните там подобострастные письма Никиты Михалкова. «Путин, останься. На кого ты нас решил тут вообще покинуть? Как мы без тебя будем жить?» Это ужасно. Так вот эти письма, так называемые творческой интеллигенции подписывают. Я ему сказал об этом, а он мне в ответ. А я его люблю. Вот что мне теперь делать? А я его люблю. Я хочу, чтобы Дмитрий, он остался. А можно я скажу, что надо было тебе ответить? Да. Что любовь к власти – это извращение. В чистом виде извращение. Любить надо женщин, детей, маму с папой надо любить. Да? Власть можно уважать, не уважать. Доверять, не доверять. Но любовь к власти – это и есть рабство. Это главная российская проблема. Кстати, этим мы тоже от Украины отличаемся. Да. У вас там больших любителей, я на Майдане помню. Я им, кстати, говорил, когда был. Я говорю, ребята, вы только в восторге, не создавайте себе кумиров. Вы заповедь нарушаете, между прочим. В своем куплете про это и про то. А что мы так одеты, чтобы не узнал никто? Мы классные ребята, начальников пример. Представлюсь губернатор, и я представлюсь мэр. Прибытию премьера открыт аэродром. Забил фонтан у сквера, покрашен гастроном. Кто задержал зарплату? Задал вопрос премьер. Сказал, что губернатор, а я сказал, что мэр. Хорошая погода стояла на дворе. Зимы ждала природа, снег выпал в декабре. Вы, друг мой, литератор. А вы поэт, мальшер. Да нет, я губернатор. А я, признаться, мэр. Thank you.
всем нужна культура, нельзя курить, сорить. И даже слово «дура» не стоит говорить. А то придешь в театр, курит, сорит партер. Обидно, губернатор. Да просто стыдно, мэр. Налейте куплетистам и встретим Новый год, чтоб небо было чистым, а не наоборот. Желаем жить богато, чтоб всей стране в пример плясал вам губернатор и пел куплеты мэр.